Сұрылар бар ғой, мына вопрос керек. Да, Алла Сашынович. Біріншіден аман есен елге қайырылып келгеніңіз үшін бүгін ақ алты кешті құттықтап қояйын. Анан ең бірінші бүгін сөп тұрған кезде қырғыз еліне бұл отырған кішінекей қайырылып салабасты айтып тұрсаңыз. Мен елімді абдан сағындым. Мына еми түрмеден кейін ырдашта қиын, бирок одиночкада отурганда кайран эл деген ырдашкам кийин ырдап берермин күч болгондо. Азыр ден соолук болбой турат бираз. Элиме абдан ыраазымын. Карапайым кыргыз элине миң мертебе рахмат айтса болот. Эң кыйын күндөрдө менин үй бүлөмдү колдоп атты. Мен абдан ошо күч берип атты да. Анткени үйдөгүлөр келгенде дайыма айтып берет. Базарга барсак берген клубникасына, алмасына акча албай койду деп. Же бир кийим алса дагы ырай айтат, албай койду деп. Же алма шашайын үчүн деппи деп. Кээ бирөө берип жиберип атты. Албетте ыраазымын, анткени абдан кыйын күндөр баштан өттү билесиңер. Кудайга рахмат, элиме рахмат. Миң мертебе рахмат кыргыз элине. Рахмат. Три года спустя вернулись домой. Вот 8 августа 2019 года вас задержали. Не три года, три года, шесть месяцев. Да. И больше. Как вы ощущение вернуться домой? Ваше ощущение вернуться домой после таких событий? Честно говоря, конечно, немножко и не верится. Ну, это большое счастье, когда есть дом, когда есть близкие. Это особенно ощущаешь в тюрьме, потому что есть люди, от которых семья там или дети, или жена, или родители отвернулись. Есть и такие. Это большая трагедия. Я видел даже заключенного, которого жена бросила, и у него что-то сразу замкнуло в голове. Это большое счастье, когда у тебя есть дом. И большое счастье, когда у тебя есть такой народ, который болеет за тебя. Я очень благодарен своим сторонникам. Я очень благодарен и журналистам, скажу откровенно, потому что даже те журналисты, на которых я, не подумав, подавал суд за эти дачи суд злочастные, ну, это на самом деле была неправда, но я еще раз повторяю, я не подумал о том, что президенту нельзя судиться никогда с прессой. Нельзя судиться с журналистами, надо только помогать. Наша сила нашего народа – это именно сила свободной прессы и в свободном обществе. И это надо сохранить, конечно. Вот вопрос. За 3,5 года, находясь в тюрьме, самое главное, что вы поняли? Я много что понял. Тюрьма, она делает человека другим. Тем более, первый год я сидел в одиночке при Исоке еще, когда там мне не разрешали ни радио, ни газеты, ну ничего. И свидание там раз в месяц через стекло. Это... И причем дверь моей камеры, ее не закрывали, она была открыта. Вот так лежишь, и там решетка только, ее робот называют. И за решеткой сидит парень, которому, наверное, стыдно, что он все время пялится на меня. Но они менялись каждые 2 часа. Тюрьма очень меняет человека. Ты... Вот эта шелуха в твоих ценностях, она пропадает. Ты видишь, что истинно, что ложно. И в том числе, конечно, и среди людей, среди тех, кого ты считал друзьями или близкими. Это... Ну, лучше эту школу проходите заочно. Я вам не желаю. Не надо тюрьмы, потому что, вы знаете, некоторые и за месяц сломаются. Это я такой дурной, наверное, что меня и тюрьма не сломает. Но не надо в тюрьме, никому вам не желаю. Осталось ли у вас чувство? Кстати, я вот Лейлу видел в тюрьме, она мне там тоже такой дух дала, картину подарила, заключенный выпросил картину, не обижайся. Я ее беру, но, говорит, это, по-моему, говорит, горы моей деревни, а мне казалось, наши. Я вам нарисую еще. Чувство мести у вас осталось ли? Да вы знаете, я говорю, что все это меняется, потому что тем более, я всегда вам говорил, я все-таки верю в Бога, не какого-то там конкретного с бородой или что. Есть такой высший разум, и каждый получает свое. Я, например,
мне кажется, Бог и так того же Соке наказал, что я бы, например, не хотел бы быть им и сидеть в резиденции. Мне легче было сидеть в тюрьме, честно скажу. Это важнее намного. Поэтому месть потом она сжигает человека. Зачем это надо? Надо думать о будущем. А поверьте мне, Бог сам все ставит на свои места, время, история. И это остальное все мелочи жизни. Аллах Шарсенович, азер ушел ушилда наших вакта. Гопня сен чундым деп айтпадыңыз ба? Шул президенттер кийин элге жек көрүндүү болуп калбаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Президенттен кеткенден кийин президент учурундабы? Эми мындай да, мен президенттен кеткенден кийин билесиңер, мени даже калган президенттерди эл айдап чыкса, мени президентти кеткен президент эл колдоп туруп бербеди ушак. Мына азыр түрмөдөн тосуп келгендин арасында бар экен Адилет мисалы, ок тийген, ичин тешип кеткен, операция болуп. Өзү мындай без оружия, куралсыз окторго туруп берген да. Таза иштеш керек да. Тууган, туушкан дегенди унутуш керек, элди ойлош керек. Бир эме кетпеш керек да сен. Ошондо гана эч жака качпайсың, эчтекеден коркпойсуң. Анткени билесиң, түрмөдөн өлсөң дагы эртеэли кеч сени мезгил, тарых, заман элиң актайт да. Таза иштеш керек менимче. Иштегенге баргандан кийин эле иштебей эле коюш керек. Атак элге разы. Бүгүнкү чыгышыңызда мамлекет башчылары менен ага президент менен сүйлөшүүлөр болдубу? Эми мындай да, ал кишилерге мен тиги чыкканда дагы айткам түрмөдөн, соцентрнин башчысы, Испаниянын премьер-министри урматтуу Педро Санчес абдан киреште. Бирок албетте биздин президент болбогондо, Камчыбек Ташиев болбогондо, алар жагынан дагы мындай бир туура мамиле болду да. Туура мамиле болду. Кандай туура мамиле болду? Ну, чыктым да, мен ачык айтканда ишенбей тургам чыгармачы, бүгүн деле келбегиле деген үйдөгүлөргөчү. Келбегиле, анткени 20 жыл ушуна болгондо. Жогорку соттун чечимин албай кылып туруп анан мени чыгарып койгондо. Мен да ошондой эле болот деп ойлогом, ачык айтканда. А Кудайга рахмат. Ну, мамиле мындай да. Жаңы бийлик келгенде болбойт, түрмөдөн деле мамиле башкача болгондо, шартым өзгөргөндө, жок дегенде одиночка эмес. Жок дегенде момундай шоу кылбайт да, за стеклом деген. Аякта еще видеокамера турткан. А сен мындай өзүңдүн адамдык иштериңди кылсаң дагы бүт карап, тартап, угуп турушат да. Бул мындай менимче ыплас нерселер болгон да. Журналисттер өзүңүздөрү тааныштырып, кайсы редакция деген аман барсыз десеңиздер. Спутник Кыргызстан агенттиги Эляман Карымшак журналист. Соңку бир суроо айтат. Молодец Спутник, баардыгын көп сурап атат. Дарыланууга кетем деп жатасыз, канча убакытта барып келесиз, маалымды качан барасыз? Мына ачык айтайын, мына азыр мени сотко скорый менен алып келчү да. А бияка машина менен келдим, жаткырап алып эле келдим, бирок ошого да кыйналып калдым да. Ошондуктан билбейм, эгерде проблемалар бар да, аркада бар, жүрөктө бар, пищеводдо бар, кайсынысын операция кылат, кайсынысын кылбайт. Бирок мен да момундай чала жан болгум келбейт да, отура албай, жүрө албайчы. Ошондуктан бир ай алабы, үч ай алабы, ну операция болсо өзгөчө, арка көбүрөөк алабы. Но мен кайра келем да, ишенип койгула. Ишенесиң албайм. Бирок мындай чала жан болуп жүргүм келбейт да. Могу 47-ден болбой эле күбөлөр деле чыгат кийин. Кышында кар жаап атканда Русый Майкичен сүйрөп чыгып темир шаты менен омурткама катуудоо кеткен да. Одиночкаларда отуруп жүрөккө да катуудоо кетти. Ну негизи мен дайыма оптимистмин да. Кудай буюрса бат эле болуп калар. Операция болсо дароо кылдырыш керек, болбосо болбой калабы, кандай болот. Ну мага мына бүгүн дагы Испаниянын посолу чалып тур Дубайдагы. Уже билеттер дагы ачык айтайын, мына сюрприз болбосун. Билеттер да алынып келетенкиге Дубай Дубайдагы Испаниянын посолу айтыптыр, буду ждать самые лучшие врачи Испании деп.
Испанияға рахмат, мен білесің, аяққа да барған емесім, бірақ премьер-министрі баш болып ұшында әрекет қылған албетті абдан разым. Соцентерінің емгегі бар, анткені Испанияның премьері ошалы уақытта соцентерінің да президенті. Мені бұл нәрсе абдан толқында тұтат ішінде. Таныған кішілердің мұндай кіріше отқанына рахмат. Ертең кетіп тұрмайсыз ба? Бұйырса, уже билеттерді алып тұр, қазір маға қадыр айтты. Но бирок мен деверге адамдар ойлоп болсун, ошо бойдон Атамбаевтен кутулдук деп. Мен айгары менен эле келе калам буюрса, баталы. Мы хотели добавить еще сказать, что премьер-министр Испании сизге деген самолет жиберейин деген өзү. Биз болсо отказ берип койдук, самолет кереги жок деп. Анткени сиз айтып турсуз, мен өзүм эле тиги Алмашевич скромный да билесиз да. Но Педро Санчес хотел отправить и самолет даже, но завтра встретит лично и посол, и все вот они все обеспечивают. Спасибо им большое. Азерия Каманалиева, Евразия Нет, Пикловки. Я бы хотела уточнить, а у вас есть дальнейшие планы по выстраиванию взаимоотношений с Сооронбаем Жээнбековым? Вы знаете, я об этом даже не думал, потому что, наверное, это его сильно заденет или что. Но я как-то пример приводил еще, по-моему, несколько лет назад, пару лет назад. Вот. Бывает, идешь по дороге, на что-то наступишь, вытри ноги, иди дальше. Еще на это, об этом думать. Я должен думать о близких людях, о тех, кто мне помогал. Если Бог даст, я быстро вылечусь, приеду. Я, конечно, хочу отблагодарить простых людей, потому что вот хозяйка, например, ходит в магазины, люди узнают, вообще незнакомые люди, бывало, вот целого барана пришлют, или там одежду, или деньги, или вот Рае той же зимой пальто подарили, потому что сильная нужда была в нашей семье. Но эти орлы, конечно, судили по себе, мне рассказали, что когда вот в дом, арестовали меня, то после этого даже матрасы разрезали, миноискателям тут золото искали, панели дома отрывали. И, вы знаете, даже документы я передал через Курсана Асанова, он отдал это и потом, кундуз нашей, для слесарев. Документы были, искали бриллианты. То есть каждый судит по себе. Я всегда готов и говорил нашим властям, что если вы скажете, что в каком-то банке или за рубежом есть мои деньги, недвижимость, я говорю, давайте сразу напишу, что вам с этого банка отдали деньги, которые может числиться за кем-то мои или недвижимость. Я честно работал, поэтому я ничего не боюсь, кроме Бога. Я поэтому единственное, хотелось выйти живым, увидеть близких, потому что иногда было так, что думал, вот умрешь, потому что бывали проблемы. Было одно время под давление все время 60-80, а у меня 110-70. Или вот когда повредили спину, я не мог минут 15 сидеть. Сейчас я, наверное, уже вот минут 30-40 могу просидеть. Проблемы были такие. Но я думал только о том, что все будет нормально, потому что главное, я сохранил свое имя. Я никогда не поменял бы место в камере, в тюрьме, на место того же моего бывшего друга Соке, там, в истории или в резиденции. И, наверное, он опять обидится, но когда заключенного в тюрьме говорят, что ты как Соке, заключенный обижается. Это яркий пример. Я думаю, что есть у разных людей разные ценности. Для кого-то главное там деньги, наверное, или что-то нахапать. Вы знаете, у меня было 4-5 заводов еще в 90-х годах, кто не знает. Другое дело, что эти заводы я распродал. В Турции были заводы, и все это... Мне не было нужды воровать. У меня только под заводами в Бишкеке было гектаров 70, наверное. Причем в центральной части. А можно узнать судьбу вашего дома? Ее сейчас, этот дом сейчас передают власти? Да нет, вы же знаете, что все это отменено решение. И я всегда говорил, вот когда бывали разговоры с представителями властей, что я никогда себя не признаю виновным и не буду просить никогда помилования. Я готов всегда и в тюрьме умереть. Но я знаю, что
все равно меня оправдает. И история, и факты. Можно придумать, что хочешь. Вот это однозначно, поверьте мне. Но если за тобой нет никаких вот таких подлостей, которые про тебя говорят, это все равно, все это шелуха пройдет. Но, к сожалению, у нас распространено, и люди доверчивые. Кто-то там скажет, что Атамбаев в чайниках там золото отправлял и зачастую, и все в это верят. Это. Но люди просто доверчивые у нас. Алмаз Шевченович, вот вы сейчас сказали, что ваша супруга были времена, да, когда она нуждалась в определенных финансовых средствах, да? Но, будучи президентом, еще, насколько я помню, вы говорили, что вы не то чтобы миллионер, а миллиардер. А где теперь тогда? Я не говорил, что миллиардер, я говорил мульти, потому что у меня был не один миллион долларов. Да. Вы знаете, на счету у Раи до сих пор есть деньги, они арестованы. И поверьте мне, что этот дом или вот земля моя, которую я купил еще в 90-х годах, они стоят хороших денег. Больше того, даже мечеть, которую я построил в городе, она стоит на моей территории, которая моя собственность. Это, некоторые возмущались, почему ты отдал 2 гектара под мечеть, а предлагали мне там бабки сделать. Вы знаете... Я на самом деле богатый человек, потому что кроме того, что есть у меня, ну, осталась недвижимость, я думаю, надеюсь, что и с денег моей хозяйки снимут арест, да, потому что даже при Бакиеве ее деньги не арестованы. Ну вот мой друг постарался, конечно. Я очень богатый человек, потому что все-таки и моя фамилия теперь это капитал. И я очень благодарен чуйцам, которые избрали моего сына Сеида депутатом. Я очень благодарен бишкекчанам, которые избрали моего сына Кадыра депутатом. Это дорогого стоит. Я считаю, что я очень богатый человек, потому что столько у меня сторонников в стране. И, видимо, мое имя на самом деле что-то значит, если даже руководитель Испании, которого я не знаю, или социнтерна, за меня прилагают такие усилия. А вы намерены, скажем так, требовать того, чтобы были наказаны те судьи, которые выносили приговор по вам? Ну, вы знаете, я думаю, что, скорее всего, они выполняли чьё-то указание. Это, конечно, очевидно. И больше того, те же люди, которые фабриковали эти уголовные дела, вот Ашер Хаджаев, замминистра МВД, начальник следственного управления Джумабаев, они и до сих пор там сидят и фабрикуют совсем другие дела, в том числе на ваших коллег. Вы хорошо знаете последние дела. Это, почему это творится? Потому что люди, когда сфабриковали первое дело по Койташу, тоже была подготовка к госперевороту и так далее. И в ладоши хлопали же некоторые, в том числе тех, кто сидит. И поэтому тут все-таки нужно другое отношение ко всему этому. Я думаю, что рано или поздно, конечно, справедливость восторжествует. Но требовать того, что их отставки или того, чтобы их... скажем так, привлекли к уголовной ответственности, вы не собираетесь? Ну, вы знаете, я привык действовать рационально. Но я знаю, что многие люди очень мечтали, чтобы я не вышел. И то, что я вышел, и я надеюсь, что буду сниться им иногда в кошмарах, этого тоже очень, это тоже очень много. Я думаю, лучше спокойно спать без кошмаров, даже в тюрьме, чем дома просыпаться в страхе и думать, блин, а там мои вы сказали, что некоторым, да, то есть вы можете назвать их имена? Я думаю, вы сосед сами хорошо знаете, я узнал. Вы из 24-ки же, да? Да. Аида, вы сами знаете, все прекрасно. Мне незачем с кем-то гоняться за кем-то, потому что все, кто что-то пытался мне подлости построить или нагадить, начиная с моего детства, они почему-то всегда плохо кончали. Я считаю, что какой-то есть у меня покровитель, или как русские говорят, есть ангел-хранитель. Он гораздо жестче накажет, чем человек. Ну да, все
Мы надеемся, что вы выздоровеете, и после выздоровления какие планы? Ну, я хотел бы, ну, помочь очень многим людям, потому что только вот когда 7-8 августа защищали меня простые люди, там было около 1700 раненых, пострадавших. Мы знаем даже, что одного захоронили тайно. Ну, это люди были запуганы. И люди получили очень тяжкие ранения, у них делали операции, у некоторых до сих пор там где-то что-то, осколки есть. Ну, меня на самом деле снова тот же ангел-хранитель спас, потому что люди заходили сюда с боевым оружием в дом. И честно скажу, ну, пока это же дело идет, и поверьте мне, там тоже все рассыпется, потому что сейчас показания мне адвокат рассказывал, вот мы за Мирдюша, слесаря, показания дают такие спецназовцы, что кто-то зашел и на первом этаже этого парня, замкомандира Альфы, застрелил. Я сидел все время на третьем этаже и не мог я оттуда ни выйти, ни что. И поэтому, видите, ну, жалко, но один из наших ребят, оказывается, он уже умер, он говорил, что тот, кто стрелял в него, кричал: «Ты нас предал», и ты ответишь. Я не исключаю, что это из них самих был. Потому что, вот смотрите, и даже президент же верил, 20 октября сказали: «Я сам на себя покушение организовал». А я, это же неправда. И вы все прекрасно знаете, что это неправда. Ну, вы знаете, рано или поздно это все вылазит, и правда выйдет наружу. Конечно. А если вернуться... Саясатта кайтайын деген ойыңыз бар ма? Кандай? Эми мындай да, саясатка мен кайтайын десем 20-нчы жыл эле ГКНБ эл алганда отура алмакмын да. Бирок андай оюм жок болчу, бирок кээ бирде айла жок, саясатка кайтып келет экенсиң, ошо айла жок да. Ошондуктан мен тилетилем Кудайдан, мен кайрадан саясатка сүйрөп барбасын эчкимчи, анткени мен мындай мирный адаммын да. Бирок бирөө тийишип баштаса, ачылып баштаса мага же жакындарыма, албетте мен орусча айтканда дайыма сдача берип көнгөнмүн да. А может, если вернуться вот к 8 августа 2019 года, что вы... С какой... 19 года, когда день, когда вас задержали. Как я отвечу? Если бы вы вернулись, то что бы изменили бы? В каком году? Вот 19 год, день вашего задержания. Что-то хотели бы изменить с того дня? Ну, вы знаете, мне и до, за месяц до августа, вы знаете, мне предлагали остаться в другой стране. За мной спецсамолет прилетал. Я почему-то воспитан так, наверное, потому что на книжках вырос. Я как-то привык всегда бороться за правду, за справедливость. Я знал, что творится беспредел. И были договоренности одни, что будут помогать молодому премьер-министру, 39-летнему, по-моему, Сапар Исакову. И вместо того пошла такая ложь, такие провокации. Я знаю, что сейчас тот же Раим Миллион, спасибо ему, он сказал правду, что никогда я не встречался с Атамбаевым. Это я в ДКНБ слышал. И многое другое. Вы это, ну, придет время, все это вы, наверное, узнаете. Я надеюсь, что при нашей жизни. Я считаю, что когда мне многие говорят, почему вы не уехали, не остались, мне важно было сохранить честь своей семьи, свою честь. И это тоже большая ценность. Хотя бы я знал, что возможно меня убьют сразу же, но я хотел, чтобы мои дети, мои внуки, мои близкие, друзья, ну, ходили с поднятой головой. И сейчас мои дети, в отличие от, и мои сторонники, в отличие от детей других, они спокойно, вы знаете, не стыдятся. Это для меня главное сейчас тут. Хуже всего, если тебя будут стесняться твои близкие, твои дети. Я думаю, для меня вот это важнее. Честь важнее всего. Это важнее жизни, понимаешь? А вот
Ну я же не знаю, честно говоря. Я сейчас ехал, Алматинку не узнавал. Вы не забывайте, я же сидел в тюрьме все-таки. И не дай бог там никому сидеть. Ну вы следили же за новостями, вы знаете, какие события. Ну, если получалось, следил. Ну, я так скажу, пока вот такие, как, еще раз повторю, Ашер Хаджаев и Джумабаев будут сидеть у власти, они сюда будут придумать попытку госпереворота, заносить это к любому президенту, занесут, уговорят. Я же тоже был президентом, убедят. И вот это надо, конечно, вот от таких кадров избавляться. И нужна, я считаю, большая реформа правоохранительных сил и судов. Я думаю, во многом вот на лояльность властей повлияло и то, что вот за 2 с лишним года, ну, нет таких фактов, что кто-то мне взятку давал, или что у меня счет где-то был, и так далее, и так далее. То есть время, оно работает, но вот от таких надо избавляться. Нужна чистка, наверное, кадровая все-таки. В том числе видно, что суды, к сожалению, тоже по команде работают. Прокуратура не защищает законность. Ну, я не снимаю ответственность из себя, потому что я в то время тоже больше внимания уделял экономике, скажу честно. Потому что, когда я стал президентом, еще и очередь Жалабад, руины были, вы помните, ни дорог, ни света. И много чего было. Да и на границах тогда тоже была напряженка. Наверное, многое поменялось. Ну, что ж, все-таки не все сразу узнаешь, даже будучи президентом. Сейчас идет колоссальное давление на свободные, независимые СМИ и журналистов. Что вы посоветуете нынешней власти, как себя вести с журналистами? Ну, если я бы на своем примере сказал, что надо наоборот поддержать и прессу, и наше свободное общество, это будет намного лучше, в том числе для будущего. И меньше верить политикам, потому что сейчас смотришь, те, которые в 16 году, помню, коллективные письма писали, Атамбаев, узурпатор, в 17 году, спокойно при любой власти всех хвалят, а первые демократы сейчас на первых ролях и у власти, поэтому надо меньше верить таким, а больше все-таки больше силы дать, больше возможностей независимой прессе, и именно независимой прессе, и, я думаю, гражданскому обществу. А, Машер Шанович, а как вы прокомментируете дело об июньских событиях? Как вы считаете, кого-то действительно осудят по приговору именно по этому делу? Или, ну, вы знаете, у меня такое чувство, что... Не хочу себя хвалить, но как бы за последние 5 с лишним лет я увидел, что в стране все возможно. Ну, я думаю, что там должны сидеть совсем, наверное, возможно, другие люди. Например? Ну, вы со СССР обсудите, Айда, она тебе расскажет. Нет, вы сами скажите, с ваших слов хотели бы услышать. Ну, я думаю, и в если там конкретно брать дело, кто выпустил Адриджана Батырова, да, по-моему? Да. Это первая зацепка. Там есть же показания некоторых политиков, кто конкретно выпускал, по чьему приказу, кто участвовал. Я думаю, это уже такой вопрос. А вот дело Типирабада, как можете прокомментировать? Здесь я могу открыто сказать, что я считаю, посадки все-таки не надо было делать. Это вот становится модой после того, как Поташе тут сажали тоже, ту же Иру, вот Карамушкину, Асель, Кундуз, если помните, Дялдубаева. То же самое было. Ну, это те же люди сидят, говорю же в МВД. Та же схема. С пальца придумывает. И я думаю, это... Я понимаю, что двигало, наверное, в первую очередь стремление, и правильное стремление решить вопрос с границами с Узбекистаном, потому что это на самом деле очень большой и важный шаг с учетом состояния отношений с Таджикистаном. Это очень
то, что радует на самом деле. Но тут надо было как-то обойтись по-другому. Обойтись без посадок в первую очередь. И во-вторых, как-то более, видимо, убедительные доводы найти. Потому что когда идут посадки, то люди наоборот думают, а, видимо, нет доводов и надо посадить. Но это историческое решение. И, конечно, хорошо, что у нас теперь сосед не Каримов президент, а Мирзиёев. Я знаю отношение Мирзиёева к Кыргызстану и к народу Кыргызстана. Это, этим надо дорожить. Аматбек Шарсенович, азыр айтып кеткен сотторго баары жогору жактан бир приказды аткарышы мүмкүн деп. Анан ушул сиздин президенттик учуруңузда сотторду толугу менен эч кимден көз карандысыз кыла тургандай, болот соттор көз карандысыз боло тургандай кылып реформа кыла албай калдым деп ойлобойсузбу? Албетте ойлойм. Тескерисинче мен мына уктум кийин түрмөдөн деле менин атыман деле команда бергендер болуптур. Бирок мен өзүм мына моундогу сотко муну кама же муну камаба деп мен ачык айтканда мобильнигим да жок болчу да мен. Мен башкача адаммын да, мындайларга киришчү эмесмин. Албетте менин атымды саткандар бар, тигиндей мындай деп, бирок мына чындыкты көрүп атасыңар да. Аягында чындыкты мына биздин бийлик деле көрүп атат. Ким арыштарды жасап аткан, тигини кама, муну кама деп. Мындай да, мен ошондуктан допроска да барчу эмесмин, сотко да барчу эмесмин. Эрте деген чындык жеңет да. Мен убагымды айтып атпаймынбы дагы бир жолу? Албетте, мен көп маани бербептирмин. Мен мындай орусча айтканда наивный экенмин да. Мисалы сотту бекитип атканда минтип атчумун да, эй, билесиңби, туура эмес чечим чыгарсаң Кудай урат, Кудайга ишенесиң. Дегүл да ал арасында айтып эле Кудай эмес шайтандын кулдары бар экен да. Мен ушу орус айылда өсүп, совхоз Стрельниковада орус болуп калганым мындай тил менен ой бирдей болот деп ишенип алыптырмын да, андай эмес экен да карасы. Дагы деле реформага муктажбы, көз карандысызбы? Абдан менимче, абдан реформа керек. Бирок соттор качан көз карандысыз болот? Мына ошолден оюмду айтам да, эмнеге мен парламентский республика деп айтып аткам? И тилекке каршы 16 жыл деле баары тең каршы чыгып до конца реформа кылбай калдым да, эми ошондо эле кылайын дегем. Анткени мен айткам да, Европада мисалы өкмөттөгү мүчөлөрдүн баары депутат болсо деген да. Ошондо өкмөт менен парламент бир команда болот да. Президент башка бир команда, уже күч үч тең болуп калат. И ошондо үчүнчү күч болуп сот чыгат да. Чындыгымды айткан, ошого бармайынча бизде эч качан көз карандысыз болбойт. Анткени азыр бир кожоюн бар, бир кожоюн айткандай болот. Менин деле мен убатам да кийин, менин атыман деле кээ бир кишилер команда беришкен сотторго да. Мойнума алам. Ошондуктан 16 жылы мен чыккам да парламентке алыптыр. Ошондо билесиңер, азыр эле азыр мына любой бийлик менен жүргөндөр ошону ыкырып чыгам да, узурпатор тиги бу да. Ошо андай болмоюнча, үч бийликтин тең башы тең болмоюнча эч качан сот система бутка турбайт да. Эч качан. Ишенип кой кылам мага. И тилекке каршы кайсы адам президент болсо да, жанындагылара айла жок ишенет да. И чындык жетпей калат экен да. Мына мен мына СИЗОго КНБге деле отурдум, СИЗО бирге бир аз отурдум, 47-ге, 27-ге жөн эле отуруп калганда эле кыргыз балдары бар. Жөн эле, анткени акча жок болгон адвокатына башкасына. Албетте реформа керек. Сиз 3,5 жыл абакта отурдуңуз, ден соолуктан айрылып атасыз. Эгер бул жерде адам укугу тебиренип атпайбы, анан буга ким жооп бериши керек? Эми жооп берем дегендер, албетте, ну мен жооп бер деп чыркабайм, бирок мындай да. Биринчиден ошондой иштерди фабриковать эткендер, тиккендер. Экинчиден ошондой иштер боюнча чечимди чыгаргандар. И албетте моундай кылгыла деп команда бергендер. Мезгили келет мунун баары чыгат го деп турам мен. А так менимче мындай Кудайга коюш керек да, Кудайдан көрсүн деп. Бирок реформа керек да. Бир чети антип отурсак да болбойт, реформа керек.
Уважаемый Зинович, спасибо большое. Может, уже и посетить. Башка прокурорка ушел Эмута Кайрылганда, Аджапа Чеккендер, Визге Арызжатса, Аларын Каратеревесе дели, да? Но сіз ақталам толығыменен, ешқанда жүрінде ақтында тұпайсыз, егер ақталып толығыменен бүтті қайрашыл бойынша арыз жазасыз ба? Емі мен бұл бөлі мұндача айтқанда мен емдеге закрученылар сыйлайды да түрмеде. Сыйлап барған жерінде. Мен еш қачан арыз жазған емесмін, допростардан жауап берген емесмін. Да. Мен арызсыз отырған адам емесмін. Ама мезгілі келеді, албетте Құда бұрыса барына жауап береді. Же бұл дүниеден, жарқы дүниеден. А бірок жөнекөй балдар үшін албетте, жөнекөй қарапайым ел үшін албетте қайғырасың. Аларға қандай қадам жасаптырмын. Мысалы, Отынбаева дедіңіз. Экс-президент қылдым, мұқас менен шығардым. Ошонды Отынбаева жанындағы уақытлы өкметтің мүшелері мені узурпатор деп атқан. Кетерім деді. Анан өзің деле қарындашым ойлон да, ким шындықты айтқан, ким халыққа айтқан. Наша говорила о том, что она предупреждала вас и Розу Отынбаеву о предстоящих июньских событиях. Но вы как-то не отреагировали, да? Я понимаю, что вы хотите сказать. Во-первых, я скажу открыто вам. У нас было распределение обязанностей во временном правительстве. Я отвечал за север. Если они боятся Бога, спросите у члена времени. Я отвечал за север. И началось на севере, началось в Маевке. Началось там, в Караколе пытались, в городе Бишкек. Когда началось в Маевке, я сидел с Назарбаевым, разговаривал, и мне позвонила Розсакана Тумбаева, умоляла прилететь. Я сказал, что надо вылетать, прилетел, и мы без милиции остановили в Маевке. Я все, что мог, делал, и поверьте мне, что... Легко искать, трудно найти, черную кошку в темной комнате, и не найдут. Против, я поэтому не боюсь вот этих всех дел против меня. Тот, кто виноват, он рано или поздно вылезет, понимаете? Вылезет.